наш выход. Стоп, а я могу присоединиться? Ребят. Чё? Я могу присоединиться? Нет? А ты еще не присоединился. А, значит не могу. Не думаю. Нет, могу. Меня запускают. Да, всегда можно перейти. Захар, надо? Здесь есть модификация. Нет, нет, да, наверное, я сделал второй, возьму. А, у меня люди. Да. Так, все, появился. Я родился. Есть оружие какое-то тут? Нет? Блин. Ребята, без оружия. Энергия, энергия есть. Ребята, сорян, я ничем не могу помочь. Давайте посмотрим, что я нахал. Ему вообще в кайф было просто давать. Крыши, блядь, сидят на втором этаже, блядь, все втроем. Ну, вы, блядь, конченые. Даль, к тебе идут. Давай. Подходи ко мне. Подходи ко мне. Ко мне. Это лечит. Топа, ничего, тебя нет? Я сейчас сдохну. Че идет? Че тут рисо? Конечно. Захар, что без тебя? Лучше забрать. Лучше не слить. Да, уйди во все время. Нежный творожок. Тебя убил? М? Тебя убил? Он один раз по мне попал и убил. Не знаю, не знаю. Я ему дал 150, он мне 47. Блин. Там еще какой-то чел, игрушка прям лютый с ним. Игрушка? Нет, игрушка не лютая. Не слышал? Слышал. Он не лютый, он обычный. У него 20 кило, 4к, 3 патрона. Можно ноги вылезать сразу? Где? Жесть, Рогозин. У тебя все лютые, видимо, у кого есть 20 кило или 4к дамага. Я тебя умоляю, эти ачивки в бот-лобби все понаделали. В том числе и я. Это не означает, что лютые все. А как делать бот-лобби? Ну, уже пофиксили. А, ты с бот-лобби играл? Я? Ну да, я там себе и набивал за эти ачивки, лол, блядь. А ты что думал? Своим скиллом, собственно? Мяу. Офигеть. Вы бычки отряда... Ну... Во-первых, там все умирает намного медленнее. То есть там просто чуваки гуляют по карте, блядь. Ну, новички. Просто гуляют, все рассматривают, они даже не слышат элементарно, что у них перед носом. Слабые игроки, умирают все медленно. Перед вами чемпион. Найди меня раньше, чем я найду тебя. Предлагаю
приземлиться вот тут. Застыл, как олень перед... Поехали. Лететь далеко, но весело. Пойду вон туда. Он опять купит твой олень. Я с тобой в дом, короче. Со мной. Со мной Гиба. Я тебе первый и второй этаж собираю. Гиба где? Меня. Второй этаж. Гиба нулевый. Огонь по врагу. Перезаряжаю. Первая кровь, и она не наша. Вот и славно. Я тебя понял. Тебе идет. Ушел. 122 дал. 8 патрон, я 8 патрон. Хорош. Перед с отрядом покончил. Дела этого изменения. Они все доначили именно в этот Новый год. С этим накопадом. Возможно, не только в Новый год. Есть щиты? У меня щитов нет. У меня два так. Я сюда подлатаю. Маленьких. Давайте я тебя запущу. Боже, там вон люди, блядь, всё. А, не цель чего. Перезаряжай. 130 по миражу. Тут люди у нас. Я знаю. Враг в нокауте. Сейчас я за щиты заряжу. Враг нейтрализован. Меня залетели. Я под огнем. Весь отряд. Мы сделали. Я на второй этаж. Иди сюда, боже. Ребят, помогите. Я не могу. Рейсан левая, Рейсан левая, беги. Блять, боже, Рогозин, я же говорю, пожалуйста. Да, блин, на мне 10 человек. Ну, я понимаю, но у нас тоже враги. Какого хуя ты вообще там, блядь, делаешь? Что там делаешь? Я рядом вообще? С вами. Я вам помогал. Да. Я одного из вас. Блин, ты пользуешься, что ты за офлайн, давай же. И что? То есть ты думаешь, что скорее всего убить? Я не купол. Не фул сейф. Перезаряжаю. Я Алиса, одно хп. Враг убит. Хорошая работа. Захар. А. Можно, пожалуйста, мне мою бейки? Перезаряжаю. Что, магазин? Какой магазин? Тянет? А, да, на. А, спасибо за то, что ты гонял. Тут синяя броня. Тут фиолка, вот тут фиолка. А. Спасибо за фиолку, за дуду. Топ в Батфайндера, да, добили? Или стоп, я не могу понять, за сколько могут... Бладхаунд, да. Я добил. А, Бладхаунд, да, Бладхаунд, да, окей. Тут еще пойдем? Вам, к вам пришел. На вас. Чего оно типа прыгнуло в портал, а обратно не? А, а у тебя. А, у тебя похоже нормально все? Сейчас только щиты заряжу. А. У меня щитов ноль. Могу скинуть разницу? Не, не надо. Тут стреляют на станции. Сейчас я приду. Бегу. Thank you.
Вот тут в соседнем доме тоже есть люди. Ага, в курсе. Аккуратно, Сахар сзади. Ресник. Ребят, тяжко. Рисуются. Где? Поднимают. Умная стяжечка. Ребят, тут этот... Как его? Жилет вещи. Иди. У кого сколько киллов? Три. Маш, это не особо важно. Четыре. Восемь. Сколько? Восемь? Восемь. У тебя восемь? Чего, да. Блядь? А откуда он их вообще понабрал? А, раз, два, ну, понял, я понял. Ну, пока ты там уходил в соло куда-то. Нужно у вас ноков не было. Как раз таки я пока в соло уходил, у вас там один-два нока. Извините, ну пизде, мы ноги убили. Пока я там четверых людей одновременно держал. Вы с двумя были. Ну так-то, когда они входили, ты был рядом с нами. А потом ушел. Ну вот, враги стреляют по мне. Боже, блядь. В тебя целятся. Сейчас я себя починю. Мне надо подзарядить щиты. Здесь увеличенный легкий магазин. А, они к нам лезут, мужики. Нужно перезарядить. Андрей, как? Йоу. Так, йоу. У меня кто-то. Ой, назад, сразу же назад. Ну, ёбки, блядь. Предлагаю где-нибудь потесниться. И там уже разобрать ситуацию. Там вообще очень хорошо можно зипы сюда поставить, они ничего нам не сделают. Пойдемте сюда. Меня заметили. Okay. Я под огнём. Надо через них так кушать, короче. Ну да, под них встать и кинуть зипы. Нужно перезарядить щиты. Перезаряжаю щиты. Сейчас перезарядку. Пробиваю дюна. Снайперский. Вот он. Может, здесь найдется что-то интересное. Портал открыт. Готовы? Ставлю дверь. Это был последний. Отлично. Все, вы где? Наигрались. Настрелялись, чуваки. Блин, лук, видите ли, у них золотой. Вот это вот мне зипа очень сильно нравится, и часто просто встаешь под сюда, ставишь и начинаешь всех бомбить. Ни разу не видел у тебя такой зипа. Ни разу я ее очень часто играю. Обычно такую зипу, если ставят, то такую настолько хуёвую, что от нее смысла нет. А ты прям умничка, умничка, рад возьмем. Я очень часто так зипы ставлю. Очень. Серьезно, ни разу не видел от меня в такой ревизор. Давайте на депо попробовать засесть. Окей. Ну, сичку какой-то додик смотрит с самого начала. Меня перестал смотреть этот додик. Бросаю крюк. Только что. А видели вообще, что Каустик начал делать? Ну, он подумал, что мы по другой зипе. По другой такой додик, боже. Не-а.
Я думал, они сразу же начнут залазить и пытаться нас встречать. Они даже не поняли, откуда мы пошли. Сейчас будем искать, блин. Первая зона. Один отряд. Кстати, да, блин, зона такая отряда. Так бы в Райнфиде, знаете, типа. Опа. Ладно, здесь слишком много людей, которые просто сидят на месте. И ничего не делают. Потом, когда дело файтится идет, они уже все ничего не могут сделать. Не знаю, как они вообще очки получают и живут потом третьим даймингом. Походу для них платина изичи, а даймонд это уже невозможно. Похоже, над нами. Давайте посмотрим, что здесь. Ой, ривер нас. Перезаряжающий. Мы уже зашли в кольцо. Давайте ливер. Что, как я вас обратно не отправил? А, ну да, конечно. Ты же знаешь, Ватсон где я стреляю. Как я вас не отправил? Блять, меня пытаются. Давай, Захар. Слабо резать будет. Размещаю портал. Я установила портал. Беру с собой баннер нашего союзника. Слабо резать. Ты его добил, что ли? Но он меня не резнул даже. Он ее мог резать. У него очень много времени было. Он ни Ватсон не помог, ни лобу не резнул. Смысл этого маневра? 140 ура, что ты хочешь? Ну да, самая охуевшая была, самая, блядь. Я ее сразу добил, лоба. А, жестко? Ну, не жестко, ну типа, ну как сказать, жесткая. Ну, видимо, из тех этих двоих самая нормальная была. Ватсон меня очень люто прожал. Вот он тупая какая-то, блядь. Захар, ты стримить, да, пытаешься? Ой, да я для друга с ним сделал, чисто для своего. Денис. Помнишь, что он сказал? Я помню, что он сказал, что он отойдет надолго.